Олег, ну что ж ты резину-то натираешь? Все равно сейчас в грязи топить его. Что ты глупости говоришь? Ты что, комментарии не читал, что ли? Какое? Грязь топить? Ты чего? Это же турист. Это же максимум только по траве ездить за хлебом. Все, какое? И то, на асфальт даже выезжать, сказали, нельзя. Резина трется. Все, сумасшедший, что ли? Это во-первых. Во-вторых, ты хоть инструкцию читал, прежде чем на него садиться? Сначала надо пойти инструкцию почитать, потом уже садиться уже ездить. Грязь ему топить. Ты что? Эх, не мешай, ты что? Его надо натирать, он должен в гараже чистенький стоять. Ты чего? Это же АТВ. Ты что, комментарий не читал? Всем привет! Новый день, новое включение. Наконец-таки нашли время приехать, прохватить на квадроцикле, а то после покупки на нем так и осталось примерно 200 километров пробега. Блин, ну уже 4 месяца, а всего лишь 200 километров пробега. Даже еще первое обслуживание на нем не прошли. Там 300 километров, по-моему, надо на нем пройти. Только тогда уже можно будет его отвезти туда. Они там что-то масло там, ну, первое, в общем, такое техобслуживание не делают. Читали комментарии, кстати, на самом деле, да, посмеялись, конечно, перед предыдущим роликом, там, где у нас он закипел, где мы его немножко притопили, ну, как притопили, ну, просто вот посюда, наверное, примерно заехали в воду, там сразу же повыбивало все предохранители почему-то, кстати, эту проблему будем выяснять, непонятно почему, как бы выбивает предохранители, перестает вентилятор работать, он у нас закипел почему-то, мы не обратили внимания, поняли уже, когда уже сработал этот пищалка, это предупредитель, когда он уже начинает кипеть, температура уже становилась максимальная. Выключили, потом уже тестером посмотрели, в принципе, определили, что сгорел предохранитель. Там есть, кстати, запасные предохранители в этой коробке не задействованы, это мы уже потом поняли, в общем, поставили. Надо вот разобраться, будет на первом обслуживании, мы зададим этот вопрос, почему на самом деле выбивает, потому что, ну, я понимаю, если мы подсюда заехали, или волной бы накатило бы на коробку эту с предохранителями. Ну, в принципе, ехали вот так вот в один, ну, максимум, я думаю, что по подножку там выше, можно топить там, как бы, я думаю, ничего страшного. Но такие, конечно, как комментарии люди писали, вообще страшно, лучше его вообще не заводить его, пускай он стоит как памятник, потому что это за хлебом съездить. Или по травке выехать, как бы. Ну, у каждого, конечно, своя эксплуатация, никто спорить об этом не будет. Понятное дело, что это не BRP какой-то, который там можно по ручке там посюда утопить, ехать, он плывет, там гребет. Ну, все прекрасно понимали, когда его покупали, что это как бы не для этого квадроцикл. Ну, блин, пацаны, ну хочется же. Ну как вот удержаться, заехать, если грязь, как бы. Ну о чем как бы стоять? Это же трактор, блин, все-таки, как бы. Поэтому я думаю, что без фанатизма можно, как бы, если аккуратненько там. Ну, если какие-то проблемы будут, там за ремень, этот ремень там спалили, когда-то мы ехали там какие-то моменты. Действительно забывали выключить понижайку и ехали на повышенной как бы вдвоем. Ну, потом поняли это уже, как бы, просто забывались. На самом деле, это просто уже не первый такой квадроцикл. Был первый такой куплен, он на 1000 километрах заклинил двигатель у него. Его отдали, как бы, там 1500 евро ремонт выходил, но это делали там все по гарантии, как бы, ну, от него отказались, просто сказали, что он не нужен, он, как бы, в принципе, поэтому купили уже новый, поэтому, как бы, инструкцию, как там писали некоторые, как бы, особо читать не надо, поэтому уже проходили это. Ничего страшного, в принципе, здесь все понятно. Поэтому... Были, конечно, дельные комментарии, действительно, некоторые люди говорили, что это тоже уже пройденный этап, на 520-ке уже было, теряли уже вот этот фархоп, как бы, мы его, и то, что его на бездорожье надо снимать, действительно, его надо снимать, но мы, там, здесь ставится прицеп тоже, поэтому, как бы, он закреплен там крепко штифтом, поставлен здесь болт, поставили, как бы, шайбу, чтобы он не потерялся, как бы, почему его не снимали, потому что, ну, им пользуемся, потому что ставится прицеп. Как бы, поэтому, да, ну, действительно, правильное замечание, потому что на 520-ке на такой теряли, уже ходили по лесу, искали, поэтому, да, это правильно. Потом, что еще было? А, ну, пластик, на самом деле, когда ездишь, как бы, по лесу пробиваешься, конечно, ну, такой, конечно, хрупенький, как бы, вот здесь вот все расходится, она ломается, как бы, это там защелки эти ломаются, ну, понятное дело, что он весь царапается. А так люди, конечно, да, писали, что это все, это как бы надо здесь все пленочкой обклеивать, как бы там все аккуратненько, чтобы не там резину по асфальту не тереть и там... Ну, конечно, это вообще отдельная история. Рассказывали, что просто один человек рассказывает, что нельзя на нем так ехать, нельзя эксплуатировать. Я просто, ну, ради интереса просто зашел. Ну, смотрю, какой-то человек зашел для моего интереса на его канал, и он показывает, как спину на нем держать надо прямо, когда ехать, что надо выпрямляться, так ехать. Ну, ладно, это вообще отдельная история, конечно, да. Действительно, каждый ездит, конечно, по-своему, поэтому здесь нет смысла осуждать, что мы там вдвоем ехали или...
когда лебедку мы размотали, якобы с него там надо было слазить. Какой слазить? Он там просто отсюда едет, просто в грязи там бывает, на нем прицеп стоит, в смысле с него слазить? Если один человек на нем сидит, там 70 килограмм весит, как бы там, ну что с него слазить? Боже, он оторвется, значит, надо будет другую поставить, закрепить какую-то. Ну что теперь слазить? Может, еще, не знаю, блин, лошадь какую-то к нему привязывать, еще выдергивать его с грязи еще дополнительно, чтобы там, не дай бог, с лебедкой тут что-то не случилось. Ну, в общем, не надо пудрить себе голову и людям голову, в общем, как бы едет, буксует, в общем, этот ремень там, если там подпалился, ну, что ремень, ну, можно поменять ремень, что там страшно с этим ремнем такое, что, если ремень помелотал, все, поломался, его на помойку, что ли, уже надо выбрасывать, поэтому будет ремень там, если что, подгорел, не подгорел, там все это поменяется, и еще одно золотое правило, все, что ломается, все ведет к тюнингу, поэтому можно будет что-то усилить, что-то закрепить, да это даже интересно, что-то сделать, поэтому, ну, пока, естественно, понятное дело, он на гарантии, как бы тут особо химически самому не... Нельзя будет, и иначе он слетит уже с гарантии. Поэтому так класс, едет, как бы, в принципе, все пока шикарно, прекрасно. Были, кстати, сейчас дожди. Попробуем, сейчас поедем какие-нибудь интересные локации здесь недалеко, поищем, пока есть время. Попробуем, посмотрим, как он будет себя дальше показывать. Поэтому одеваемся, едем. Да, в принципе, что одеваемся? Вон кроксы так напялили, да и, в принципе, поедем. Поэтому всем приятного просмотра, мы уже поехали. Самое главное, чтобы этот мост теперь не развалился. Что это? Кто это накидал? Вчера не было этого. Да ладно. Так, главное, чтобы этот мост не развалился. Он точно нормальный? Вот эта пищалка, это да, это надо убирать. Вчера еще ходил, не было этого. Звери принесли. Звери, может, принесли? Волки. Злые волки. Так, первое испытание здесь. Блин, он точно? Не, ну нормально, крепкий. Все, мост выдержал испытание. Сделали мост, чтобы можно было и проезжать теперь здесь. Пошла руда. 17 километров общего пробега. Если так, конечно, ездить, так долго будет пробег наматываться, если, знаешь. Понятное дело, если по трассе ты ездишь, в принципе, он быстро наматывается, конечно. Если так ты постоянно на бездорожье на нем ездишь, пробег довольно-таки медленно идет. Ну, поэтому километраж небольшой, а эксплуатация такая довольно-таки у него суровая, поэтому пораньше надо будет поехать, пускай там масло поменяют. Надо было с собой взять что-нибудь. Да. Ну, так. Мало ли кто-нибудь будет. Здесь, смотри, нету этого колеи никакой. А, чуть-чуть есть, да? Да. Она приведет куда-нибудь потом? Были? Есть нора. Нора бобриная. Бобры плотины строят вовсю. Бобров куча.
Сейчас, знаешь, в траве какой-нибудь пень такой лежит, это самое стрёмное. Ездил, да? Ходил. Ну, ходил, да, ну, как бы... Дальше я... Ездили, он дожали. Ну, да, я до сюда доходил, и все, дальше я уже не был. Начинаем пробиваться через жижу и растительность. Идем на заднем приводе, на пониженной. Вау! Как? Да, пацаны, как вы сказали, как по учебнику. Комментарии, как учебник наш. Почитали, поняли все. С нас эти джиперы никудышные. Поэтому катаемся, ошибки есть, исправляем, поэтому не надо ругаться. А сломается, будем чинить. Все чинится, ничего страшного. А что, в такие вот моменты, когда едешь, здесь, наверное, нет смысла включать, правильно, даже полный привод. Ну, есть еще снизу, там сыровато. Едет и едет. Ну, Паша, греется задний редуктор, сгорит масло в нем, все, кранты, ты чего? Включай все максимум, блин. Ну, здесь уже сухо. Здесь нормально. Бревна, конечно, бьется, ну, по защиту хорошо, что поставили. Бревна бьют нереально, да, в дно втыкаются, как бы. Я думаю, что если бы не было бы защиты, конечно, там давно бы уже что-то погнуло бы, пробило, потому что налетали так, что он даже на дыбы вставал на бревне, как бы, именно задними колесами отталкивался. Думали, пробьет ее просто насквозь. Да нет, крепко, 10-миллиметровый пластик. Я почему-то говорю, что, может, алюминий, как бы, ну, это металлические какие-то. Ну, как-то кажется, вроде, что металл. Да нет, на самом деле, как бы, пластик, он как-то отыгрывает, не мнется. Не знаю. Я почему-то думал, все, металл можно, как бы, вроде, выстучать, ничего страшного. Ну, вроде, от металлических вообще уходят уже. Делают только пластиковые защиты. Что, мы будем кидать вызов той яме, где мы застряли? А, вот она, да? Да, этот, да, я. Так, ну чё, пацаны? Ну ты хоть понял, что включать надо, а то опять дюлей получишь, там комментарии тебе как... Чуть ли не по ноге не проехал. Так, включай там все. Я туда поеду. Да давай, а, там бревно. Блин. Включил все, там блоки, там, а то опять начнется. О, кто-то роет, чтобы вода уходила. Я еще в кроссовках. Ну ничего страшного. А? Ничего страшного, я вообще он в кроксах. Но... Что это за детский лепет, блин? Все веселье, да? Все веселье, да. Только зря подрубал. Полный привод. Блин, ну там да, там жаль, там какие-то ветки, все в бревнах. А так бы наехал, я просто бревна не хочется разгребать. Оглушителя она, да? Ну, а, кстати, греется только нижняя подушка. Вот эта верхняя, как бы до нее, наверное, может быть, уже температура не достает. Поэтому... Верхняя не греется. Один километр? Да. Не, ну, если так, конечно, ездить, вот сейчас мы сколько выехали, 1 километр проехали, да, это, конечно... Пробег очень медленно так идет.
Ну, по дорогам, что, по дорогам скучно ездить, как-то по дорогам не хочется. Такие бой раки на самом деле сидится. Сзади нормально сидится на самом деле, не так пружинишь, не прыгаешь на нем. Подвеска хорошо отрабатывает, комфортно. Ручки, конечно, здесь вот эти удобно сделаны, если сидишь, хватаешься за них удобно, хорошо. Кто это? Блин, какая-то птица была такая большая, типа орел какой-то, наверное, типа что-то того, прям такой прям мощный. Да, в лесу можно встретить здесь кого угодно. И медведи есть. Молодец, живность. А смотри, это же, ну это же кто-то засажал уже вот это дерево. Ну да, видно, что это когда-то был хутор, потому что вот деревья растут, это яблоня, да? Ну да, и вот закуточек такой когда-то, в старое время, наверное, здесь давно был хутор. Все понятное дело, заросло, заброшено, сгнило, но что-то было. Вот так на таких хуторах, знаешь, с миноискателем надо ходить. Думаю, это сейчас что-то переходит. Думаешь? Ну да, даже... Уже такая чисто пепел из бревен, только на земле лежит, уже все сгнившее исчезает. Старина. Все, за хлебушком выехали на гравийку. Давай, жару. На самом деле жаль, что стоит ограничитель, особо не разогнаться на нем. 60 километров вообще моментально набирает. Да, странное, конечно, такой развод на деньги. Приезжает 300 евро платить, и с ним вот ограничитель. Странная ерунда такая. Да, что-то все сухо. На самом деле столько были дожди времени. Неделю, наверное, дожди лили, а здесь что-то сухо как-то. Думали, сейчас приедем, а вот здесь все интересно, а как-то какие-то лужицы есть. Что это такое? Что за безобразие? Где грязь? О! Медведя? Давай здесь потихонечку. Ну давай здесь попробуем проедем. Да, такие. Однотипное такое все. Паша, драйва нету вообще, ну. Ну, туристы, вот-вот, как это, турист. Пацаны, это называется туристическая прогулка, да? Вот так надо эксплуатировать. Потихонечку по лесу ехать, пукать, лужи объезжать. Special for вас, пацаны. Туристическая прогулка 2022. 2022 год, июль. Да, туристическая прогулка номер 2. Как и говорили, лау, пониженная. Все самое пониженное, что возможно. 17 км в час. О,
17 километров в час, пониженная. Два туриста сверху. Два дебила — это сила. И два дебила — это сила, как писали. И мы едем. Чтоб никакие веточки его не касались, ничего не поцарапалось, ничего не ломалось. Вот, вот для чего он был создан. А вы грязь, грязь. Вот, нам... вот он кайф. Вот она, да. Вот за что отдают бабки. Просто ездить по кустикам. Все удовольствие. Такой едешь и... засыпаешь. Так вот, знаешь, уже проехали дальше, уже вдвоем уже просто едут и спим уже практически. Да. Так что ты, CF Moto-то будешь хвалить? Нет, пока нет. Не будешь пока хвалить? Отзыв надо, отзыв живой. Чтоб на тебя CF Moto в суд потом подала. Потому что ты не, якобы не эксперт, технического образования у тебя подкованного нету, а ты делаешь громкие заявления в интернет. Ну, а ты на повышенной едешь. Да, мы тут на повышенной, оказывается, едем. О, стой. Пошла руда, пацаны. Ну что, врубай там все, чтобы там не было, а то тебе потом опять там... Вкачай, о, все, покачали, как говорили, все. Так, главное, чтобы мне змеи теперь не покусали. Давай сюда прям говно едь. Зацепимся, зацепимся. Давай, Да ну что это такое? Вообще неинтересно. Ну, что это он? Проехал. Все. Даже не запачкался. Так сказали же, вдвоем нельзя ездить, но... Будем теперь на заднем такие преграды. Слазить надо там или что там еще надо, сказали делать? Покачать. Слазить надо там. О! Блин, главное, чтобы опять камеру не заляпало, а то опять плюха налетит какая-то. Да, тесто разбрали. А, помыть? Ну, размотаем. На самом деле, надо будет взять 520-ку эту, да, и сравнить вместе, да. Даже интересно, немножко нарывок на скорость сделать, такое, по лайту прохватить. А на самом деле, что говорили, что... Надо на неделе, как не буду. На неделе приехать, да? Да. И что говорили, типа 620-ки для грязи не хватает, что глупости? Да нормально он едет в грязи. 450 даже ездили в грязи, там вообще просто там топили его, там тоже CF Moto, все там едет, 620-ка нормально идет. 800-ка, если брать, еще раз говорю, что можно было бы, в принципе, не проблема, он слишком большой, он широкий. Этот-то уже широковатый, чтобы пробиваться по лесу, а тот широковатый, потому что бывает просто такие дебри приходится заезжать, как бы, ну куда на нем маневрировать, неудобно. А это такой золотая середина, в принципе, едет, поэтому как бы нормально он едет. Конечно, да, вот этот момент надо решить с этими предохранителями. Почему, если чуть-чуть заезжаешь в грязь, он выбивает предохранители. Не в грязь, в воду спереди чуть-чуть. Он, видать, зачерпывает, то ли непонятно, что-то там подзамыкает и выбивает сразу же предохранитель. У нас пока выбивало только на предохранитель, на вентилятор, на охлаждение. У некоторых и просто с освещением там начинались какие-то проблемы. Здесь, конечно, такого пока не было. Поэтому сейчас на первом служении надо будет решить этот вопрос. Почему выбивает этот предохранитель. Ну, в принципе, не проблема. Мы сразу этим тестером нашли, в чем проблема. Сделали, поэтому нормально. Все, так что туристическая прогулка продолжается. Как заказывали, без грязи, без ничего. Опа же, как на тебя комментарии влияют. Всю грязь объехал, все пообъезжал. Что ремонт дорогой. Ремонт, ремень дорогой, все дорогое. Говоришь, технически не разбираешься в квадроцикле, инструкции не читаешь. Вдвоем два барана сели на него и поехали. Научились только газ давить и все. Это не дело. Так что надо инструкцию читать. Не только на газ уметь нажимать. Все, туристическая прогулка подходит
концу. О, красавец. Ну что, друзья, туристическая прогулка, как вы говорили, закончилась. Ни в коем случае никакой грязи, ничего. На самом деле приехали, неделю были дожди, думали, там сейчас поедем, там весь лес будет затоплен, там какие-то такие прикольные локации будут. Не хотели, время, в принципе, не особо много сейчас нету, приходится уезжать, поэтому куда-то далеко ехать не хотели. На самом деле, кстати, бензин там заканчивается. Поэтому так, по просекам, как это, туристически, два туриста, не два дебила, как писали, два туриста, но... Надо правильно выражаться в комментариях. Поэтому два туриста прокатились немножко по лесу. Сейчас его погрузим тоже на прицеп и отвезем его на первое обслуживание. Пускай там 250 километров там на нем сейчас, или 220, сколько там было? 222 километра, 222. И пускай сделают первое обслуживание. Снимут это уже наконец-таки этот ограничитель, чтобы он как бы ехал больше 60 км в час. Тут этот ограничитель вообще какая-то ерунда полная. Ну и все, и можно будет на нем уже нормально долбить, уже ураганить, потому что 60 км в час тоже несерьезно. Даже, в принципе, если выехать куда-то на дорогу, ну что такое 60 км в час? Набирает он его быстро, поэтому как-то неинтересно даже. Просто тупо накатывали это 7 месяцев. Сколько уже 7 месяцев ему? Сколько? С января. С января, получается. С января он куплен, 222 километра только на нем пройдено. Весь. Ну как 222 километра, если он весь зашарканный такой? Ну, что вы за дурака меня здесь держите? Лес на... Месяц за год идет. Месяц за год, да, именно в лесу. Ну да, конечно, пластик такой, все деревьями, все это коцается, конечно, все отлетает. Поэтому, да, надо, кстати, его прокручивать, потому что уже такое что-то все как-то дребезжать, значит, ветками там все бьет. За этим, конечно, надо следить. Поэтому везем на обслуживание. Кстати, сразу же будем поднимать вопрос, почему там выбивают предохранители. Или они вообще скажут, ну, ребят, что за ерунда такая, где вы ездите, что у вас предохранители даже выбивают. Поэтому будем общаться, что нам скажут. Тоже все потом вставлю в ролик, объясним, что как. Поэтому всем, кто смотрел, спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Увидимся, когда увидимся. Всем пока!